Первое удаление. И удаление Югарсена. Колено в колено произошел, если быть точным, то голкипер вам уже отразил уже Эшем. И вот шайба в воротах. Вот я покорил вот таким стилем. Это Кэмбо проходит через троих, выбирает буквально через стерни, но не один, а вот попел. Что делать, куда бежать? Кэмбо пошел, сумел его остановить игрок остальных лютов. Тот справит в этом матче толчок на борт. И вот здесь нужно поаккуратнее было сыграть мамонта мне. Тратился проход, довольно-таки опасно было. Шайба на пятаке, отбрасывается, Воробьев забирает, идет вперед и не дают Воробьеву обыграть. Шайба где-то вперед, добровольский. Шайба в воротах прошивает Юра.